Добрый день, любители киберфутбола. Мы находимся на финале LG чемпионат ФКФ России 2018 по киберфутболу. Для тех, кто не знает, в рамках нашего финала проходил турнир не только по FIFA 18, но и по Pro Evolution Soccer 2019 по полной версии. Это был первый наш промо-турнир. И сейчас мы бы хотели взять интервью у игрока, который занял третье место. Представься, пожалуйста, для наших зрителей и расскажи немножко о себе. Меня зовут Александр Щавлев. Я играю в PES очень давно. Мы сегодня приехали в команду из трех человек. Заняли два призовых места, первое и третье. Планировали занять все три. Вот у нас есть такой вот человек, Дмитрий Орехов, который носит теперь наши куртки сегодня. Вот. Я рад, что единственный, кто обыграл за весь турнир победителя турнира. Считаю, что он, конечно же, отскочил. Вот. Но все равно поздравляю его. Он мега спокойный, пережил атаки игроков, которые кричали ему в уши. Но он это все выдержал, и он молодец, конечно же. Надеюсь, будут новые турниры, и я там всех порву, вот это вот, порву первое место вашего. Обязательно порвешь, не сомневаемся. Расскажи немножко, как ты пришел в Pro Evolution Soccer, сколько играешь? Я играл изначально в FIFA до 2010 года. Достаточно в меру успешно, но потом появились всякие кефиры. И я решил, что пора заканчивать, пора на пенсию, но потом переквалифицировался в PES. И три года играю онлайн, есть кое-какие успехи. Там выиграл PES-лигу Konami. Ну, расскажи подробнее. Турнир был онлайн в MyClub, три звезды, я его выиграл. Мне прислали призы из Англии. Я очень рад этому, хоть что-то отхватил у Konami. Потому что у них снега зимой не допросишься, как бы, а так хоть какие-то призы. Планирую попасть в офлайн PES-лигу в этом году. Наша команда из трех человек будет участвовать в кооперативном турнире на три человека, и мы рассчитываем от России выступать и представлять, если будем хорошо играть. Мы играли с победителем прошлой PES-лиги и проиграли, но боролись хорошо. Молодцы, на самом деле мы... Ну, готовы поддержать ваше стремление. Это очень круто. Мы не просто так начинаем заниматься PES-ом. Мы хотели, чтобы от нашей страны все больше и больше было крутых игроков и на международном уровне тоже. У нас есть сильные игроки. Сегодня этот турнир это показал. Мы не зря объединились и правильно угадали, кто должен выиграть. И мы первое и третье место, считаю, хороший результат. Не идеальный, но неплохой, в общем-то. Что бы ты мог пожелать другим вот представителям PES-сообщества России? Как им относиться к киберфутбольному направлению в PES-е? Стоит ли участвовать в турнирах и вообще ходить ли на турниры? Да, в первую очередь стоит ходить на турниры, участвовать. Именно тут растет скилл. Чем больше людей участвует, тем больше это привлечет внимание и спонсоров, и хотят показывать. Сегодня очень много людей было на финале трансляции, и в Твиче, и в ВКонтакте. Очень много было наших болельщиков, по-моему, два моих, один вот у Ромы был. Болели за нас, и там очень была битва такая яростная. Привет всем, кто с нами в общем чате сидит, их там 30 с чем-то человек. Все болели. Мне сказали, что я мешок, потому что занял только третье место. Вот такие у нас стандарты качества, что третье место – это мешок. Вот. Вот. Ну, надеемся, в следующем турнире ты выиграешь его и докажешь всем, что не мешок. Ладно, спасибо тебе за участие. Да, вам тоже за организацию. Надеемся увидеть вас всех, тебя и твою команду на следующих турнирах. Надеемся, что Дмитрий Орехов возьмется за ум и перестанет проигрывать разным слабым игрокам. Вот. И носить куртки перестанет. Носить куртки перестанет, конечно. Ладно, спасибо еще раз. Все, удачи.